4 января в Дубае состоялось торжественное открытие самого высокого в мире небоскреба Бурдж-Халиф или Дубайская башня. Высота башни стоимостью 1,5 миллиона долларов составила 828 метров. В ней 162 этажа. Башня захватила пальму первенства сразу в нескольких категориях, как самое высокое и самое многоэтажное строение, самое высокое жилое здание и как обладатель самой высокой в мире смотровой площадки, которая находится на 124 этаже. Здание строилось около 5 лет. Оно выше предыдущего здания рекордсмена Тайбэй-101 в Тайване более чем на 300 метров. Накануне открытия башня была переименована из башни Дубая в башню Халифа. В честь президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифы бен Заид Аль-Нахаяна. В конце ноября мировые финансовые рынки потрясло известие о возможном дефолте в Эмиратах. На биржах началась паника из-за просьбы дубайского госфонда отсрочить выплаты по долгам. Общая задолженность кредиторам составила около 80 миллиардов долларов. Однако ситуацию разрешили 10 миллиардов долларов, выделенных правителем Объединенных Арабских Эмиратов. Как и во многих других регионах мира, строительная индустрия Эмиратов была флагманом экономического развития. Башня Халифа должна была стать символом процветания Объединенных Арабских Эмиратов.